Если ты это воспринимаешь как ссылку, ну, это твои проблемы. Тебе нужно пройти этот этап. И если ты там возьмешься крепко, то и результат будет, и для тебя лично будет очень полезный результат. Как ученый человек, даже я скажу, как идеологический работник от практики, у тебя данные это есть, от природы, можно сказать. Но теперь надо заземляться, если ты думаешь дальше работать. Ну а куда тебе деваться? Тебе до пенсии, как до Господа Бога. И когда он тебя пошлет на пенсию, это вопрос. Ну, дай Бог, чтоб подольше. Поэтому надо впрягаться и надо показать результат. Это мое тебе предложение. Ну, что это предложение? Ты солдат, и по-солдатски поступаешь, и я это очень ценю. Но не подменяя губернатора, он-то понимает, кто пришел. Все-таки это министр пришел, он понимает это, но не надо его придавливать и его функциями заниматься. Работай через кадрами, ты инспектор по кадрам. Ну и там, как меня информировали, и ты такой точки зрения придерживался, заместителем по селу работает крепкий хозяйственник. Тоже посмотри, так ли это. Ну, в общем, оценка кадровый вопрос – это твои вопросы. Если нужно, докладывай напрямую, ты знаешь, там часто бываю, в любое время, или позвонишь, или доложишь, но Витебскую область надо ставить на то место, на котором она должна стоять. Ситуация непростая, лучше всех это понимаешь, да и сам же был ответственным. Поэтому надо поработать там с полной отдачей.